Ну что, ребят, я, кажется, на площадке один. Продолжим усложнять тренировки. После пробежки начнем силовуху потихонечку. И там уже полноценные тренировки. Пока лето, пока еще нет снега, слякоти. Хотя, когда слякоть, можно работать. Да и зимой можно работать. В любое время можно выходить на турники и держать свою форму. Очень даже хорошо, не занимаясь дома или ходить в какую-то там качалку. Притом, то, что я понял, турники намного лучше, чем качалка.